Здравствуйте! Сегодня напряженный день. Могут возникнуть эмоциональный дискомфорт, обиды, претензии. Поэтому будьте аккуратнее, особенно в личных отношениях. День подходит для встречи с друзьями и не очень подходит для выяснения отношений со второй половинкой. Берегите любовь и выпускайте пар лучше в сауне или в бане. Кстати, в это воскресенье продуктивно проходит обучение чему-то новому. Такое точно лишним не будет. Всего хорошего вам и до встречи завтра.